В Устьянском районе прошло совещание министра транспорта и дорожного хозяйства Якутии Семена Винокурова с участием депутата Госсобрания Илтумен Александра Слепцова. Вопросом обсуждения стало состояние автодороги Яна. Подробнее расскажут наши корреспонденты. В поселке Депутатский состоялось совещание под председательством министра транспорта и дорожного хозяйства республики Семена Винокурова по проблемным вопросам содержания республиканского значения автодороги Яна, участка Усть-Куйга-Депутатский. В настоящее время ведутся работы по восстановлению транспортного сообщения на участке Усть-Куйга-Депутатский. Для обеспечения перевозок топливно-энергетических ресурсов в село Сайлык и поселок Депутатский пробит объездной путь. И поставлена задача до 22 апреля обеспечить восстановление автодороги на участке Усть-Куйга-Депутатский. На сегодня на расчистке автодороги республиканского значения Яна задействованы предприятия «Дороги Арктики», ООО «Янзолото», а также ИП «Кривошапкин», ИП «Амирханов». Казенное предприятие «Дороги Арктики», мы ставим вопрос о создании филиала поселка Усть-Куйга, чтобы было централизовано. Организована автодорожная компания, чтобы филиал работал с содержанием автозимника, ну, служим участок Куйга-Нижнеянский, ну, и дополнительно и плюс Куйга-Депутатский. Туяра Семенова, НВК Саха, поселок Депутатский.